Здравствуйте, меня зовут Анна Сачалова, мне 21 год. Я являюсь участницей конкурса «Мисс Новочебоксарск-2016». Я профессионально занимаюсь вокалом и все свое свободное время стараюсь посвятить любимому делу. На конкурс пришла за короной «Мисс Талант», которую уже получила. Каждой девочке желаю удачи и взять свою корону. Здравствуйте! В студии Анна Сачалова. По данным Гисметео, 27 февраля нас ожидает облачная погода, небольшой снег, ветер южный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%, температура воздуха ночью до минус 8, днем минус 3, минус 4, на дорогах местами гололедица. Где же скрывается формула успеха? Как ее найти? Ответ очевиден – Новонет. Подключи пакет услуг «Скоростной интернет» и «Цифровое телевидение» всего за 399 рублей в месяц. Нужен Wi-Fi роутер? Мы дадим его вам. Подробности акции на сайте nktv.info и по телефону 76 400. Новонет. Нет повода для сомнений. Включайся.